Егоров Павел Васильевич родился 29 июня 1914 года в городе Благовещенске Амурской области. Работал пилотом-инструктором Амурского и Биробиджанского аэроклубов. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. В боях проявил себя умелым, мужественным командиром и летчиком. 29 сентября 1944 года Павел Васильевич выполнил особо важное задание. Ведущим 47 илов нанес мощный штурмовой удар по танкосборочным мастерским фашистов. Совершил 149 успешных боевых вылетов. На его счету 8 самолетов, 50 автомашин, 14 танков, железнодорожный мост. За отличное выполнение боевых заданий на фронте, борьбы с немецкими захватчиками, за героизм и отвагу в бою, за четкую организацию боевой работы Егорову Павлу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны занимал командные должности в военно-воздушных силах Северной группы войск и Дальневосточного военного округа. Умер 9 марта 1989 года.